Судостроительно-ремонтный завод «Балкан», крупнейшее предприятие судостроительной отрасли Туркменистана, продолжает динамично развиваться. В рамках подписанных соглашений с южнокорейской компанией Koryo Shipbuilding Industry Technology Company Limited на заводе активно ведутся работы по строительству двух современных сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн. Как стало известно, строительство судов идет полным ходом. Специалисты завода успешно реализуют все этапы производственного процесса – от проектирования и разработки конструкторской документации до сборки корпусов, монтажа оборудования и проведения испытаний. Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ и соблюдению международных стандартов в судостроении. 90 высококвалифицированных туркменских инженеров и рабочих трудятся в судостроительной отрасли. Благодаря совместным усилиям завод не только выполняет заказы на строительство судов, но и активно участвует в подготовке кадров для судостроительной отрасли страны. Строительство новых сухогрузов – это не просто очередной проект, это важный шаг в развитии национальной экономики Туркменистана. Новые суда позволят расширить торговые возможности страны, укрепить позиции Туркменистана на международном транспортном рынке и создать новые рабочие места. Yurdumuzda tədə bilindiklərə tərəf qadanmasıyar. Tədə tarixi dövrdə amala asırlayan acayiblıklar, işlər bilən, xalqara, əhmiyyətli başlanışlar, dünya cəmiyyətinin ünsünü özünə çəkər. Yurdumuzda xalqara dərəcəsindəki avroyunu xasda artırıyar. Cəmiyyətimizin umumi meydani 166 min iğne dördül metr barabar olub, yıllık kuvatlı boyunca yılda 4 tane gəmiyin qurmaq və 20 tane gəmiyini düyüplə avaytlamaq üçün niyyətlənəndir.